Так, второй у нас Пусмастер 2015 года. 4500 моточасов, электронное табло, отматывается, не отматывается никак. Поэтому приехал с Европы, с работы, покрасили бочку. Все, ничего больше не красили, все заводском, в оригинале. Я, походу, массу... Чуть-чуть треснута крышка. Как выглядит мотор. Массу я включил. А там, наверное, аккумулятора нету, да? Ну, аккумулятор есть. Сейчас его заведем. Вот так, как он выглядит. Стой, стой. Все. Вот, заработало. Бля, видео. Дымок черный пустил, все нормально. Просто тяжело разобраться с этими электрическими кнопками. Пар, мороз на улице. Все заработало. Подача. Все. Вал отключился, все заработало, подача не включается без вала, так что все, масса, отличный вариант, за 2 миллиона, я думаю, отлично.